решение нам дали вот такие. Сейчас пытаемся на них нарисовать какую-нибудь такую зверушку. Потому что мы все-таки к охоте готовимся, да, а не к стрельбе по мишени. Ну, опять же, для чего это нужно? Стрельба по мишени — это как бы одно условие. То есть, когда стараешься попасть, ну, в мишень, ну и целишься, собственно говоря, в мишень. А когда работаешь непосредственно по объекту охоты, то это немножко другие вещи, немножко другие ощущения. И нужно попадать не в мишень, потому что на теле, грубо говоря, объекта мишень, стикер не прикреплен, мишень не нанесена, да, то есть ты визуально воспринимаешь это как, ну, больше объект, да, но попадать нужно точно. Поэтому нужно поражать определенные зоны. Причем зоны нужно попадать, ну, американцы называют kill zone, то есть зоны поражения. А они достаточно специфичные. Для этого нужно знать анатомию животного, чтобы стрелять не абы куда, а стрелять, ну, совершенно куда положено. Вот, поэтому сейчас попытаемся, ну, чисто схематично изобразить животное. И будем стрелять по зонам. Конечно, можно было купить готовую мишеньку, они продаются там, и кабаны, и косули, и олени, все, что хочешь, продается уже в виде, ну, типа, фотографии сделанной. Но, к сожалению, не заехали, просто времени не было в магазин заскочить. Все спонтанно. Да, спонтанно, все быстро. Поэтому сейчас будем изображать. Значит, пока рисую, коротко расскажу, что это суть тренировки. Суть тренировки заключается в том, чтобы, во-первых, проверить оружие, привести его к нормальному бою. Ну, сначала, то есть проверяется просто оружие. Вот. После того, как оружие проверено, с человеком проделываются некоторые манипуляции, очень нехитрые. Которые позволяют в конечном итоге настроить его на правильную стрельбу. Такой шурпачок один к одному, так практически. Ну да, нет, скорее двух клетку уже. Вы уже начинаете оценивать мясотехнические характеристики. Мясо — это может быть приятным бонусом, может его не быть, это не самое главное. Так, все-таки главное — это общение с природой, ну и не оставлять подранков. Схематично примерно так. Да, вообще похож. Зоны поражения основные. Вот это. Следующий ход. И вот это. За ухо, лопатка и позвоночник, да, получается? За ухо, опять же, в зоне позвоночника, район сердца. Район сердца находится как раз вот под мышечной падиной. То есть вот надо вот в это место стараться попадать, целиться. Тогда будет район сердца приходить. И, как бы, грубо говоря, позвоночник в верхней части. Но нельзя заваливаться наверх, потому что она там кошка будет, да, упадет, будет под раны, и потом скотчик бежит. То есть вот как бы три основные зоны. Может, нам уже выделить пожирнее чуть-чуть? Безусловно, вся передняя часть животного, вот эта вот, она, безусловно, входит в нее. То есть попадание в любую из частей вызывает, безусловно, смертельный эффект. Как здесь позвоночник находится, да, здесь легкие находятся вот так, здесь находится сердце, здесь находится вот так вот печень, дальше все идет желудок, там все остальное уже менее важно, да? То есть, ну, нужно стараться попадать вот в эту вот зону. Любой прилет сюда будет вызывать как бы непосредственный мгновенный смертельный эффект, тем более с 12 калибра. Ну, про карабин не говорим. Мишенька готова, все хорошо. Что мы теперь будем делать? Говорим в помещении, чтобы потом не отвлекаться, время не терять на все эти разговоры и так далее. И в том числе к вам, да? Какой момент? Выходим, проверяем оружие, смотрим, что ствол не кривой, что попадает туда, куда целится, все. То есть это выстрел стационарный происходит с упора. Смотрим, попали. Хорошо. Не попали, проверяемся. Если нужно, то через колесо автомобиля столб кидаем в другую сторону и делаем контрольный выстрел. Шучу. Далее тренировка сводится к следующему. Расстояние, грубо говоря, 35 метров, ну, то есть нормальное расстояние. Ну, это максимально для гладкого. Для гладкого прицельно максимально. Нормальное расстояние. Да. Есть люди, которые стреляют на 50.
50, она стоит даже тоже как-то везет. 200 стреляют гладко, это все возможно, но не нужно. То есть мы стреляем нормально, расстояние хочет 35 метров, там начнем и закончим с него. Делается следующее. Делается выстрел с положения стоя, с руки, как, ну, как все как на охоте, да, то есть со стороны наблюдатель смотрит, как человек, правильно ли он стоит, правильно ли он скидывается. Задача человека – произвести правильный выстрел в стационарную мишень. Максимально быстро. На первый выстрел в состоянии 35 метров время прицеливания не ограничено. Делаем 10 шагов вперед, еще один выстрел. Время на выстрел сокращаем, там, ну, условно говоря, до 10 секунд. Делаем еще 10 секунд, до 5 секунд. В результате подходим на расстояние, ну, 5 метров или даже ближе, то есть практически в упор, такое тоже бывает, когда вот, ну вот, все вот, после ног. Выстрел должен произойти в момент касания приклада плеча. То есть как только приклад плеча коснулся, должен произойти выстрел. Каждый раз ходим и анализируем попадание. Почему ходим? Для того, чтобы сбивать дыхание, для того, чтобы организм перестраивался, ну, как бы, как все как на охоте. Потому что не так, чтобы там, вот мы там постояли, там, бабах, так все может, да? А чтобы немножко сбивать дыхание, чтобы сердечко работало, ножки туда-сюда ходили. Вот. Конечно, можно бинокль посмотреть, но нет, это не для этого. Максимально подошли близко к мишени, отработали вот этот вот быстрый и выстрел, да? Потом начинаем действовать то же самое, все делать в обратном порядке, откатывать. Что это дает? Человек анализирует, во-первых, сам для себя, как он, насколько он быстро может стрелять, и насколько он правильно это делает, и поражает ли он зону, да? А человек, стоящий со стороны, наблюдающий за ним, смотрит, правильно ли он что-то делает или неправильно. Если это видно и очевидно заметно, дергает за спуск, пытается плечом компенсировать отдачу, стоит неправильно, его откатывает после выстрела. Все это будет заметно и его как бы поправляет. Эту быстренькую тренировочку проведем, потом немножко постреляем по уже по движущейся мишени. То есть с получением того небольшого опыта, который как бы будет на этой мишени отработан. Собственно говоря, вперед с песней. А там поглядим. Ну, будем показывать вам, какие будут проявляться непосредственно при стрельбе, а грехи там. Вперед. Мы можем вот сюда столик вытащить, да, Дима? Да. Были опилки, здесь будет песок. Вот. Проблема-то. Теперь нормально. Нифига не слышно, если честно. Ну ты можешь одно ухо сейчас пока приоткрыть вот так. Так лучше? Так вообще значительно лучше. Бери один пуль. Один пуль вставляй в, один пуль. По-моему, в правый ствол, да. Не, у меня в левый. Помрачь. Покажи, чем будем пристреливать. Вот сегодня будем вот такими пользоваться. Близко, наверное. Ну вот так, да. Ну вот такими пуля будем сегодня. Пуля от сетра, с лук. Угу. Ну, хорошая пуля, очень хорошая. Единственное, она достаточно жесткая. Ну, для 12 калибра. А ты с этого стреляешь? Я хочу проверить, так и так надо. Я не помню, какой-то то ли правый, то ли левый, у него по горизонту выходит сильно, надо проверить и так и так. Ну давай, делай сначала один выстрел с одного, потом с другого. С упора плавненько целься. Это так, правая стикер, мишень. Стикер видишь, правая мишень, да. Короче, задача попасть в стикер. Не скалата только, немножко. Чуть правее. Нормально, Ром. Давай с другого ствола пробуй. Чуть правее, да? Ну, это для глаз будет нормально. Оно ж без оптического прицела.
Ага, вот этот ствол у тебя косячит. Влево ушел Досин, да? Да, сильно. Вот, я говорю, вправо у меня вообще конкретно влево уходит. Ну, это жесть, конечно. Вообще жесть просто вправо. Блин, это дробовой. Это особенность твоего ружья, да? Да, я помню, влево бьет нормально по центру, а правое уходит прямо вообще капец как. Ну, значит, при стрельбе будем пользоваться левым стволом. Давай, давай, бой, смени его, Ром, покури. Конкретно улет. Вот то же самое, один выстрел. Ну, это ствола, автоматическое упреждение получается, если бегать. Понятно. Прям целился меня, хорошо? А? Целился хорошо? Да. Ну давай с другого ствола еще выстрел. Че, вообще не попал, что ли? Не-не, попал, все хорошо. Целься одинаково. Сильно вправо. Ого. Видал, у тебя влево сильно уносит, а у него сильно вправо уносит. Да. Ну не думаю, что ты дернул. Нет, получается, а правый ствол, нет. Ну нормально, более-менее. Левый, да, более-менее. Ты первым стрелял левым? Да. Ну вот, особенности пайки ружья, у одного влево, у другого вправо. Ну, короче, будем... Нет, вру, правым стрелял первым. Ты правым первым стрелял? Да. Ну значит, у тебя наоборот. В общем, во время тренировки будем пользоваться теми стволами, в которых, которые лучше показатели дают. Ровнее летают. Так, Ром, давай. В общем, вот с этой же самой позиции, только со стрельбы стол. Вот отсюда вот встаешь, и по кабану задача тебе попасть в лопатку. Ну, то есть в убойное место. Кабана видишь, да? Угу. Так, ну попал, по-моему, попал хорошо. В лопатку попал, да? Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, правее. Прекрасно. Вот там тоже, чуть-чуть выше, правее. Так, ты сам разломил. Пошли, дойдем, посмотрим, зачеркнемся, сделаем обратно. Ром, все нормально, все хорошо. Единственное, ножки поставил. Смотри, когда стоял, стрелял, ногами стоял вот так. То есть у тебя к мишени ты стоял вот так. Да? Немножко развернись. Вот так. Не боком, не в одну линию, а немножко. Ага, поустойчивее. Вот так, поустойчивее. А так со всеми остальными планами. Ну я, в принципе, сюда и целился, в центр. А попал очень хорошо. Как раз попадание в верхнюю часть сердца, легкие, то есть абсолютно, абсолютно смертельно, абсолютно точно, все хорошо. Здесь все нормально, пошли. Ой, стрел. Подходим на 10 шагов ближе, делаем такой же самый выстрел, только время на выстрел тратим меньше. То есть у тебя максимум 10 секунд на выстрел. Стой. Нет, просто спокойно, расслабленно, Настя, не напрягайся. Ну, типа, чуть-чуть их под пружинами держи. Не держи их напрямые, они должны под пружинами. Как у боксеров стойки. Под пружинами расслабленные ноги. Ты, когда в движении будешь потом работать, тебе нужно будет работать корпусом. Не руками, а именно корпусом. Лево, право, разворачивайся. Вот так. Встань удобно, ты теперь привычай. Давай, время пошло. 10 секунд. Ага, он уже улетело под ухо. Под ухо. Ты туда или целился, или в лопатку целился? Я под ухо туда хотел. А, то есть ты целился под ухо, да? Да. Если попал туда, куда целился, то это хорошо. Я просто думал, что ты будешь сюда же стрелять. Я хотел немножко левее. По убойному, более убойному месту. Хорошо. Так, пойду пулик еще возьму. Готов? Поехали. Едва-едва вложился. Прям на 5-й секунде прям выстрелил. Да? Посчитал? Ну, конечно. Ну, вроде нормально, туда же почти. Туда же по духу, все хорошо. Ты и стрелял по духу? Да. Ну, отлично. С целостью все нормально. Роме надо отдать должное. Он, конечно, притворяется. Он, на самом деле, очень много ездил, играл в стрельбу.
поэтому стрелковой подготовкой у него все в порядке. Вот это да. То предохранитель забуду снять, то что-то еще. Все, далеко пошел? Прям. Да, прям вот так вот близко. Расстояние сейчас где-то метров 8-10 метров. То есть это на скидку, да? Задача очень простая, да. То есть ты стоишь как на охоте на предохранителе оружия, да. И так далее, да? Когда готов, вскидываешь оружие, одновременно снимаешь предохранитель и при касании приклада в плечо нажимаешь на курок. То есть ты должен все это сделать быстро одновременно. То есть вскидываешь, вкладываешься и нажимаешь сразу. Ты на мишень смотри, на меня зачем смотришь? Не мешай. У тебя же кабан выходит, ты же готовься. Ты же готовься, да, кабан выходит. Давай. Промазал. А, вот. Сейчас пошли проанализируем. Это называется вскидка. Ну, понятно, что когда кабан бежит, то есть ты, уже у тебя будет время это самое поцелиться, да? Но не всегда. Потому что часто это бывает неожиданно. На секундочку, можно оружие? Так показывает, да, что разряжено все на самом деле. Плечо, пожалуйста. Коротенько покажу просто. На предохранителе все дела, ремешок можно подобрать. Во-первых, прикладик должен скользить у тебя вдоль тела, да? Не вот так вот выпрыгивать вперед, не заскакивать. Вот, ну, я запрошу, что, наверное, куртка, да. Она такая толстая просто, возможно. Возможно. Глаз и кончик ствола, кончик мушки уже у тебя должен быть на мишени примерно находиться, да? Когда ты скидываешься, у тебя это должно все происходить без рывка, без кивка, без ничего. То есть медленно, медленно показывают вот так вот, да? То есть вот оно. Медленно, ну, в медленном движении это вот так. То есть ты как бы, у тебя приклад скользит вдоль тела, при касании приклада ты уже, у тебя планка, мушка уже все сведено и все направлено на цель. Тебе остается только пальчиком, то есть приклад уже снят, пока ты бьешь, и пальчиком только нажать остается. Если быстро, то происходит это вот так вот. Бах. Бах. Попробуй раз, повскидываться. Ну попробуй, повскидывай сюда немножко. Только не на кабана смотри, а в первую очередь смотри на мушку, контролируй мушку. И глаз не закрывай, старайся двумя глазами стрелять, здесь можно двумя. Не, видишь, ты как бы вот, кивнул сильно. Ты когда смотришь, сразу кончик ствола, как бы держи его уже на то место, куда хочешь попасть. И старайся его там удерживать все время. Не, ну сейчас ствол все равно находится внизу. Ну это дома потренируешься, нарисуешь мишеньку на точку, на стенке нарисуешь, повскидываешься. Сразу ствол куда-то скочит, не туда. Да, ствол вверх запрыгивает. Да. Блин, когда очень мало времени, конечно. Вот это вот да, но это очень важно. Согласен. Ну это как бы все, домашнее задание. Видишь, опять? Ну, хорошо, тогда нажми тогда, когда будешь уверен, что у тебя на мишени. То есть, что у тебя ствол на мишени. Ну, то есть, не одновременно с касанием, хотя а когда чуть-чуть, будешь уверен, хотя бы чуть-чуть прицелится она, хотя полсекунды. Ну, как бы да, но нет. Ну, нет. Да, давай еще раз. На кабана смотри. И на ствол. Подними выше. Сразу наведи его на кончик ствола, чтобы у тебя уже на мишени было. Не в бок, нет. Прям кончик ствола, чтобы у тебя уже визуально на мишени было. А, ну я начинал. Кабан. Уже лучше. Кабана убил насмерть. Так, отходим теперь в обратную то же самое, отыгрываем. Давай вот с этого места. Все то же самое. Сейчас 5 секунд у тебя на выстрел. То есть вскидываешься, чуть прицелился и выстрелил. Вот. По готовности. Кабан. Ага, сейчас уже 3 секунды выстрел, даже 2.5. Нормально. Когда есть время поцелиться, проблем нету, да? Ну как бы более-менее, да. Хоть как-то. Хоть какая-то кучность есть. Небольшая, но все равно. Ну, убежать, наверное, не убежал. Но, наверное, придется добивать. Нижнюю челюсть отстрелил.
меньше, где-то 2,5 секунды примерно. Ну это хорошо, это неплохо, значит. Это говорит о том, что ты ускоряться начинаешь. Опять. Тебе удобно вот так ногами? Вот. Ну хорошо. Хорошо, да. Ну, это особенности вот твоей амуниции, да. Да, да. Вот. Приходится его через проводить через одежду, чтобы не зацепиться. Вот так, ну, как вариант, ты можешь... Как вариант на охоте ты можешь это делать вот так вот. То есть ты когда стоишь, у тебя кончик приклада в подмышечной впадине находится, ствол внизу. То есть как бы все безопасно, но предохранители вот так, да. Вот. И поднимаешь ты просто ружье вот. Поднял и выстрелил. То есть оно у тебя вот сбоку находится, все ничего не мешает. Да, попробуй. Можешь ходить там 50. Да, попробуй как. Ну, просто прям на одной руке. Ну, вот эту вот руку вообще можешь убрать даже. Вот у тебя все на одной руке висит. Все управляется все одной рукой, все то же самое. Тебе эта рука как лафет нужна просто. Ну давай попробуй так. Здесь время у тебя 10 секунд. Можешь поцелиться. При желании. Кабан. По-моему, чуть закосячил. Он выше уха повыше летел. Да. Ну время ж было, что? Там вот тот... время есть и расстояние, да. А вот оно на охоте всплывается. Да, 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 да. И время есть, а взял и косякнул. Косякнул выше, да, чуть-чуть. Мало, надо было еще лишнюю секундочку пометиться. Маленький момент. Чем больше расстояние на охоте, для уверенного выстрела, тем больше площадь надо выбирать. То есть, когда ты стреляешь в голову, это можно делать с близкого расстояния. Это уверенный выстрел. Ты знаешь, точно знаешь, что попадешь. Когда расстояние увеличивается, не старайся попасть в голову. У тебя же не оптический прицел, у тебя просто глаза. Вот, тем более гладкое оружие. Стреляй в лопатку. Не надо выдумывать. Стреляй в лопатку, и все упадешь. Конечно, круто с 80 метров бегущего кабана в шею попасть, но только зачем? Время не ограничено. Выстрел так шар. Вот так же, да? Да-да-да. Щепки. Куда стрелял? А? Я пытался все равно в голову опять целился. Не все равно, в лопатку. Все равно это самое, в голову стрелял, да? Да. Дела в районе лопатки. Куда все летело обычно? А ну вон, по-моему, тоже шея между шеей и лопаткой. Да, попадание хорошее. Ну да, вот туда целился. На удивление почему-то. Чуть-чуть больше времени, тогда на пуле хорошо летит. Ну, во всяком случае, нет разлета, жопа там куда-то, еще хоть вот оно. Какая-то кучность. Ну, опять же, это... С тобой мы сегодня это самое. Сейчас пока закончили с мишенькой, сейчас перейдем на Бориса. Какие-то для себя выводы сделал? Тороплюсь. Просто когда на охоте, когда у тебя есть 1.5 секунды, как-то вот нету времени прям четко выцелить, уже нет совсем. Поэтому нарез этого. Давай, Борис, делай то же самое. Пойдем, посмотрим. Почему-то у тебя ружье стреляет громче, чем у Ромы. Звук выстрела другой. У вас разные патроны? В данный момент другой патрон был, да? Угу. Другой. Патрон. Другой патрон. Так, ушел кабан. Ушел. Совсем нет попадания. Вот она, дедырка. Да, все-таки другое ружье. Совсем другое. Пойдем еще. Ну чё, как? Не попал в мишень. Мишень не попал? Нет. Да ладно. Что здесь? Сейчас время на выстрел чуть меньше. Где-то примерно 10 секунд. Старайся стрелять в лопатку. Прямо вот на воде. Вот видишь, где первый раз попал? Нет, вот где Рома первый раз попал. Ага. Вот чуть ниже этого места.
стреляет с одних и тех же патронов. Не меняется. Потому что это профессия. О, а ты стрелял тут. Патрон тут дробовой. Первый, ты первый раз выстрелил вообще дробовой патрон. Вот красавчик, вот красавчик. Ты не знаешь, где у тебя пуля, а где дробь. А я не могу понять, что за сечка такая. Попал хорошо. Че, патроны перепутал? Картечь стрелял, что ли? Да. Вот здесь. Он первый раз дробовым патроном выстрелил. Поэтому дырки не было. Но накрыло хорошо, кучно кабан. Пятеркой примерно. Складываешься. Старайся ниже, старайся вот сюда вот сюда. Когда ниже уходишь, то начинаются варианты. Всегда старайся держаться в центре зверя. Плюс-минус ошибка вперед-вниз, ничего страшного. И сюда тоже ничего страшного. Но как только уходишь прицелом чуть-чуть за границы, уже сразу возможен вариант. Короткое движение, как только приклад плеча коснулся, сразу выстрел. Чуть-чуть задерживаешься, то есть все-таки поцелился. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть поцелился. Ну, это правильно, конечно, но здесь немножко задача другая. То есть у тебя именно все должно быть происходить чуть-чуть быстрее. Ну, когда есть время поцелиться, попадается хорошо. Это самое. Коль, а можно мы на обратном пути сейчас попытаемся стрелять с другого ствола? Не, пока не надо. Это будет другое упражнение будет. Просто не будешь понимать, что происходит. Да. Потому что будешь мазать. Громко, ну последний патрон. Прям чуть ли туда же прям. Да, попал хорошо. Все отлично. Можно поцелиться. Ага. Видишь, сейчас немножко начал водить. Да. Видишь, не вместо того, чтобы отложить выстрел, зафиксироваться, еще раз подняться и нажать. Да. Все-таки решил нажать. И уже. И пошло по-другому. Пошло по-другому совсем. Ну что, у тебя ствол не зафиксирован был? Да. Восьмерки крутит. Большой ствол. Тоже плохо. Ну, верхнюю часть. Рядышком, верхнюю, да, часть хребта. С тем же. Не знаю, сейчас не увидел, что. Нет. Ну, по-моему, то же самое. Так. То же самое, да. Причем ты замерзся или чего? Ну, да, уже так, наверное. Потому что тяжело выстрелить, когда замерзаешь. Начинает мышцы тремор бить, и тяжело. А тогда то же самое. Прям. Я вижу то, что. Так. Ну что, с диким кабаном закончили. Переходим к кабану бегущему. Какая сила?
хорошие стрелы. И ствол левый вроде ровный, и правый ровный, все хорошо. Коль, я его забирал у человека. Слушай, а он вообще в идеальном состоянии-то, кстати. Да. Практически. Я его забирал у человека, который сказал, все понимаю, стреляет он изумительно. Блять, а с этого ружья он не попадал. Ну, потому что правый не стреляет ни слова вообще, получается. Тебе хорошо. Вообще, на самом деле, мы сегодня очень хорошо отстрелялись, потому что с такой мушкой я себе вообще даже не представляю целевую стрельбу. Заниматься, ну, вот такой, как кулак, она полкабана перекрывает это расстояние. Это очень тяжело. Так что, Борь, ты не расстраивайся, что у тебя два выстрела выше ушли, это нормально. У тебя очень здесь прям толстая мушка, прям она гигантская. Она для стрельбы по птице влет. Ну, я по птице очень редко попадаю. С ней очень тяжело. Сейчас посмотрим, почему. Так, может, просто надо ее чуть-чуть подточить? Можно. И просто можно вот с боков слева-право чуть-чуть убрать, или можно просто А так ружье хорошее, прикладистое. Ну 16 лучше. Но у 16-го стволы были гнусные. Но вот здесь стволы визуально все идеально. Почему оно левым стволом так сильно вправо бьет, я не знаю. Может, какие-то... пайка чуть-чуть. Может, пайка, ну не должно. Не знаю. Чудеса. Вообще без напекания.